Киевский застройщик, олигарх и владелец печально известного крана Захарий в очередной раз возжелал стать народным депутатом. Для достижения своей цели он не брезгует никакими методами, и вот сегодня, во время встречи с избирателями на неудобный вопрос, вместо слов он решил ответить кулаком. Кулаком в лицо участника боевых действий АТО и перед этим, не забыв нашего президента, назвать проходимцем. Посмотрим, как это было. Хочу дебаты провести. Давайте проведем, как у Шустера сейчас будет. Это цель, которую надо делать на БПП. Задам вопрос Валерию Захаровичу. Очень простой вопрос. Почему вы не баллотируетесь по Киеву? А потому, где вы живете? Потому что это Луганская область, потому что в Славносельском районе мой папа работал на шахте «Зимогория». А сам киевский, киевский олигарх, конечно, застройщик. Да. Скажите, «Планета Бут», у вас есть такая компания? Слушайте, где вы сейчас с вами разговариваете? Вы кандидат народный депутат. А вы кто? Я кандидат. Вы инопланетянин? Я же с ними разговариваю. Что вы сюда приехали? Ребята. Это БПП. А вы кто? Да что вы? Вы кто? Скажите. Вот это так вас меня боится. Не надо. Видите? Да. Вот это БПП. А при чем тут БПП? Ребята. На что вы смеетесь? А зачем же деньги свои вкладывать? Не получается, да? Почему? Что не получается? Так вы же не ответили. Зачем? Чтобы украсить. Вам вопрос задали, а вы не ответили. Я? Чтобы 10 раз больше украсть. Говорит мне, на ухо, говорит, пидор ты. Проходимца Петра Порошенко и получим. Вы проходимцы. Вот это вот так про нашего президента Петра Алексеевича. Лянь, что же вы? Сколько вам дали? Нет, цель построили. Это очень. Уйди, что ты меня... Еще хочу сказать, что Николай, кроме того, что был участником боевых действий, так еще и является избирателем на 114 округе, поскольку проживает в поселке Широком, Станичного Луганского района. Покажи прописку, чтобы мы понимали, что Мошинский напал реально на своего избирателя. Это паспорт мой, это мало ли. Да, и, пожалуйста, удостоверение участника боевых действий. Вот. И пару слов о том, в каких боях ты принимал участие, какие города освобождал вместе с батальоном. Старобильск, Новоайдар, Счастье, Десантников освобождали, Вещева там были. Ну, везде. В составе какого батальона? Батальон Айдар, 24-го героического батальона. Также хочу обратить ваше внимание на то, что ни к президенту, ни к БПП я никакого отношения не имею и выдвигаюсь в Верховную Раду как самовыдвиженец при поддержке 5-10.